Здравствуйте всем, с вами Стокер, и это очередная рубрика «Распаковка посылок с AliExpress». Мне пришел небольшой пакет, в нем должны быть еще меньше пакеты, а все ли это посылки или нет, я уже узнаю, когда распакую. Зря время не тратить, возьму ножницы и ими открою, так будет быстрее. Распаковал данный пакет, смотрим, что здесь. Все пакеты. Тут их много различных маленьких, но давайте с самого большого я, пожалуй, и начну. Эти пока все в сторонку я отложу и начну с данного пакета. Что в нем находится? Ножницы. Аккуратненько открываю, дабы ничего не порезать. Тут, в принципе, уже, когда я разрезал, поддел данный пакетик, и он с легкостью разрывается, так как он тоненький. И даже ножниц не надо. Что это такое, пока непонятно. А вообще это специальное приспособление, которое продевается на шею, когда вы стрижете, попадает ваши волосы сюда, а не на пол. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Кстати, вы сейчас видите фотку, как это выглядит на человеке. Ну а сейчас я вам покажу, как это у меня выглядит. Давайте откроем пакетик. Вот такая данная штука, она очень большая, с прорезью посередине. Сюда продевается голова. И когда вы стрижетесь, то все попадает вот сюда. Все волосы, соответственно, волосы не на полу. Штука очень полезная и пригодится мне уж точно. Давайте следующий какой-то небольшой пакетик возьму. Это очередной паракорд веревка. Так, что-то она там застряла. Вот, все достал. Вот такого вот цвета желто-черного. Кстати, тоньше, чем изначально. До этого, который я заказывал, думал, что он такого же диаметра. Но нет, он гораздо тоньше. Пробую из него тоже плести какой-нибудь браслетик. Ссылка есть внизу в описании, цены тоже появляются на экране, если вам нужно, приобретайте. Ну а я возьму вот такой вот желтенький пакетик и разрежу его. Здесь вот возьму. И что в нем? А в нем у нас крепление для собачьих ремешков. Еще какая-то рекламка, скорее всего. Давайте сейчас с пакетика этого достану и наглядно вам покажу. Это разного диаметра. Вот такие вот железные кольца для того, чтобы на ошейнике для собак крепить поводок. Различных диаметров, чуть поменьше и чуть побольше черного цвета. У продавца вроде есть и другие цвета. Ссылка есть в описании. Если нужно, приобретайте. Еще и пакетика имеется. Давайте какой-нибудь любой, вот такой, допустим. И что в нем находится? Угу. Я уже понял, что это такое. Их три штуки. Накрутки. Давайте их все достану. Для бутылки. Давайте одну из пакетика достану и покажу, как выглядит. Вот такая вот накрутка накручивается на бутылку. Вот так вот открывается и можно наливать, соответственно, любую жидкость. Допустим, алкоголь или масло подсолнечное. Вот так вот закрывается. А, думал, оно само закрывается. Нет, ты сам. Тут таких вот три закрутки. Золотые, вроде еще и других цветов есть. Если понравилось, приобретайте. На любой, я так понимаю, диаметр бутылки нужно. Ссылка в описании. Следующий пакет. Пускай будет этот. Аккуратненько открываю, дабы не порезать внутри содержимое. И что здесь? Здесь очередной паракорд. Их тут два. Вот такого вот цвета. Легко паракорд. И вот такая вот темно-зеленая. Тоже из них буду делать браслеты очередные. Если вам нужен такой паракорд для чего-либо, то ссылка есть в описании. Последний пакетик. Такое ощущение, как будто здесь ничего нету. Я щупаю, но на самом деле там мелкое лежит. Угу.
Это для Mi Band 4 силиконовый браслетик. Давайте я сейчас возьму свои часы Mi Band 4. И мы посмотрим, как в этом браслете будут они выглядеть. Вот у меня стандартный черный браслет. Давайте я сейчас с них сниму. И одену в этот силиконовый синий браслет, голубой точнее. Вот. Будут выглядеть данные часики в данном браслете. Можно чуть-чуть поправить. Вот все. На руке. Кстати, это будет выглядеть вот так. Вот так будет выглядеть на руке. Это циферблат, который сделал я сам. Вот он будет грубее, нежели оригинальный. Вот оригинальный черный. Он мягче, чем вот этот. В принципе, тоже можно его носить. Я доволен. О, кстати, у продавца есть различных цветов. И вроде и не только на 4 Mi Band, и на другие модели. Ссылка внизу в описании. Приобретайте. Ну, в общем, все. Все посылки на данный момент, но не все посылки в данном видосе. Еще должны прийти товары. Как они придут, я вам покажу. Для вас это будет буквально через пару секунд, ну а для меня это будет через какое-то время. Да, уже тут часы начали работать. Ну, в общем, все. Отложу их, чтобы они не сверкали. Перемещаемся в тот день, когда мне пришли очередные посылки. Очередная посылка шла мне несколько месяцев. Наконец-то пришла. В эту распаковку она входит. Хотя она должна еще была быть в предыдущей распаковке, но так как долго шла, только в этой. Давайте сейчас посмотрим, что в этом маленьком пакетике. Можно спокойно открыть руками. Ножницы тут не потребуются. Это подставка под стакан, под чашку, резиновая. Давайте сейчас достану с этого пакетика и посмотрим. Вот такая вот. Здесь у нас такие вот выемки. Если вдруг у вас разольется жидкость, то она окажется здесь, и потом можно стряхнуть и дальше пользоваться данной подставкой. Она резиновая и очень будет хорошо использовать даже с горячими напитками. Вот как будет выглядеть чашкой. Вот такая вот огромная чашка, и она на всю площадь подставки. Ну а если сравнимо со стаканом, то дело выглядит это вот так. Нормальная подставка. Я доволен. Есть много различных цветов у данного продавца. Ссылка, конечно же, есть в описании. Если вам нужно, заказывайте. Это еще не все посылки. Еще должно прийти несколько. И давайте распакую. Для этого беру ножик, чтобы было быстрее. И что у нас здесь? Это формы для мороженого. Давайте сейчас я достану. И мы посмотрим, как это все дело у нас здесь выглядит. Вот сама ванночка. Тут получается 4 можно сделать мороженое, замороженного сока, держатели. И вот сюда они все вставляются. У продавца есть различных цветов. Стоит недорого. И вещь, как по мне, прикольная. А с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв-канал, на Стокер Шоу, в ТикТок и на новый канал с украинским караоке. Ну, в общем, все. С вами был Стокер. Всем пока. До следующего видео.